соответствии с действующим законодательством, ежегодно ресурсоснабжающая организация в первом квартале обязана выполнять корректировку начисления платы по отоплению по разнице между начисленной в течение года по нормативу, либо по среднему, и по фактическим начислениям по приборам учета, по указаниям приборов учета. Это делается в первом квартале, в марте, апреле месяце. Жители могут это увидеть в платежных документах. Начисление берется ежемесячно, житель в течение, если мы говорим про корректировку 2021 года, жители в 2020 году ежемесячно получали платежные документы, где был указан норматив за отопление, либо среднее в течение 12 месяцев. Установленный на доме прибор учета, он фиксировал фактическое потребление. На территории города Назарово в первом квартале будет проведена корректировка по 93 домам. По 48 домам жители уже увидели в платежных квитанциях за март, по 45 домам еще увидят в апреле. Корректировка в основном отрицательная, то есть снижена плата. По 6 многоквартирным домам, это 3 дома в марте жители увидели, 3 дома увидят в апреле. Корректировка будет положительная. Начисления до начисления составят от 7 рублей, и самое большое начисление по дому 8 микрорайон 11, 92 рубля на квадратный метр.